Всем привет, дорогие друзья, с вами Саня, мастерская «Сами с ключами». Сегодня у нас уже, наверное, с неделю, как мы делаем наш двигатель. И сегодня мы будем ставить головку блока цилиндров. В принципе, здесь ничего сложного нет. Как мне пишут в комментариях, кто умеет, кто не умеет, тот не будет делать. Но довольно многим приходится это делать самим. Тупо потому, что либо денег нет, либо просто надо учиться. Вот и все. Ладно, для начала нам надо что? Все это дело вытереть, выдуть отсюда все, весь мусор из болтов. Весь мусор, все масло, чтобы ничего не мешалось вкручиванию болтов. Поехали. Итак, поехали дальше. Дальше нам надо установить прокладку. Обязательно, чтобы были направляющие для прокладки. Это обязательно, чтобы у нас прокладка никуда не съехала. Для этого нужны направляющие. Да и головка, чтобы у нас не двигалась. То есть она встала на направляющие, и все, и нас нет. Неправильно. Для чего направляющие? Чтобы у нас еще дырки не перепутать. То есть здесь дырки больше, здесь меньше. Первый раз видите, неправильно одевал, поэтому дырки не совпали. Ладно, накидываем головку. У нас здесь ничего не мешает. Сначала засовывается, по идее, шкиф распредвала. Но у меня распредвал в принципе пока не стоит, чтобы он не мешался. Просто накидываем ее и все на место. Все, оно прям чувствуется, что она тык встала на место. Дальше берем болты и вставляем их и наживляем. Болты обязательно с шайбами. Пока не притягиваем, а только наживляем. Без всякого усилия. Просто наживили, чтобы они у нас четко были на своих местах.
Вот так, наживили. Итак, ребята, наживили голову. Теперь берем динамометрический ключ. Без него к головке не лезьте. И затягиваем. Затягивать будем на 4 раза. Всегда на 4 раза. Бывает, конечно, на 5, но это уже с большими прокладками. Затягивается всегда как? От центра, то есть раз, два. Первые два затянули. Потом в любую сторону 3. Потом крайние от нее 4. Потом 5, 6, 7, 8, 9, 10. В любую сторону можно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От центра к краям. Поехали. Первое усилие у нас в 2,5 килограмма или 25 ньютон-метров. Это небольшое усилие, я бы даже сказал, маленькое. Все, подтянули, теперь ждем примерно минут 5 и протягиваем на второй раз. Итак, прошло около 5 минут, протягиваем на второй раз. Второй раз это уже 8-9 килограмм, это 80-85 ньютон-метров. Поехали.
Все. Готово. Усилие 8,5 килограмм сделали. Итак, ребята, прошло у нас тоже около 10 минут. Дальше протягиваем снова, но уже проворачиваем на 90 градусов каждый болт. То есть, если у нас стоит, берем вороток. Здесь уже динамометрический не нужен. Берем вороток, поставили, то есть он стоит у нас вот так. Поворачиваем, может, был вот так. Усилие уже довольно хорошее. Если чуть-чуть не довернем или чуть-чуть перевернем, это пофиг. Так, не этот, вот этот. Вот и все. Протянули на третий раз. Еще ждем минут 10. Итак, ребята. Следующая протяжка у нас также на 90 градусов. Здесь уже усилие очень хорошее. Так что смотрите, тут надо тянуть. Также, если поставили вот так, то есть вороток, поворачиваем на 90 градусов. Все просто. Здесь уже не нужны тяговые усилия, здесь просто нужны поворот. То есть стоит вот так, поворачиваем вот до этих пор. Опа. Есть. Вторая. Оп. Есть. Нет? Ну вот и все. Вот так вот мы протянули башку. Дальше у нас настройка клапанов.